Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис. Много вопросов возникает по верификации. Сейчас я вам расскажу по шагам, как это делать. То есть вы смотрите это видео. Если вам что-то непонятно, здесь я описал все шаги, которые вам нужно для этого сделать. То есть вы переходите вот по этой ссылке. Вас перекидывает на регистрацию. Вы нажимаете «Регистрация». Здесь вы вводите ваше имя. Будем писать наше имя. Пишем. Здесь мы пишем здесь мы вставляем свой email. Email у нас будет вот такой вот. Здесь мы вставляем ваш пароль, который у вас будет. То есть пароль, который вы придумаете. И здесь мы повторяем свой пароль. Здесь мы подтверждаем, что вы не робот. Вот здесь вот вам пишется, что одна заглавная буква должна быть, одна маленькая буква. Ставим то, что от нас хотят. Регистрируемся. После этого нам нужно будет зайти на свою почту и подтвердить наш аккаунт. Мы видим, что нам пришло письмо, и здесь для подтверждения пароля вашей регистрации нужно нажать вот на эту зеленую кнопочку. Сразу предупреждаю, что почту email использовать нежелательно. У вас открывается вот такой сайт, что вы должны сделать дальше. Вы переходите на верификацию. Здесь вы видите, что у вас нужно заполнить никнейм. Сделаем вот так вот. Россия. Регион. Напишем Россия. Город мы напишем Москва. Так, Москва. Здесь мы вставляем свой индекс. Пускай будет такой. Адрес мы напишем. Пускай будет у нас Ленина 2. Сохраняем. Ваши данные сохранены. Что нам далее нужно будет сделать? Нам нужно будет зайти вот в эту вкладку «Карьера». Кстати, сайт можно перевести сразу на русский язык. И здесь вы должны то есть сделать селфи. Чтобы получить робота, вы должны сделать селфи и выставить вот с этими хэштегами вашу социальную сеть. То есть социальная сеть, там должно быть не менее 100 друзей. То есть здесь вы после того, как вот вы сделали вот такую вот фотографию, вы вставляете сюда ссылку. Например, если это Facebook, значит это Facebook. Если это Instagram, значит это Instagram. Но проделаем это все официально и сделаем так, чтобы нас верифицировали. Смотрите, социальная сеть может быть не только Facebook, но может быть и ВКонтакте. Вот у меня есть такая страница, что мы делаем для верификации. То есть мы копируем вот эти все хэштеги.
Мы копируем этих все хэштеги и создаем новый пост. То есть мы вставляем эти хэштеги сюда, и нам нужно будет ставить фотографии. Фотографию я сейчас покажу. Селфи я уже сделал. Вот такую фотографию я сделал. На листочке бумаги я написал FinTradeCenter. Здесь я вставил свои, то есть не свои хэштеги, а хэштеги, которые меня просят. То есть это я все сделал. Теперь я публикую. Копирую адрес ссылки и отправляю на верификацию. Все, ваше подтверждение прошло. Теперь мы ждем, когда верификация пройдет полностью, и мы будем продолжать работать. Если кто-то решил зарегистрироваться и получить робота за $100, то можете присоединяться. Ссылка на регистрацию под этим видео. Также там будет инструкция, именно та, которую я вам сейчас показал. Что еще здесь можно? Здесь можно зайти в карьеру и повыполнять задания. Если вы не понимаете по-английски, вы можете перевести этот сайт сразу на русский язык, перейти в кабинет, зайти в карьеру и полностью вот сделать какие-то задания, которые будут в ваших силах. Если вы хотите еще приглашать людей сюда, смотрите, вот делайте так, здесь ваша ссылка на приглашение. В принципе, ничего сложного нет. Также, если вы хотите на бонусный счет получить $3, тоже нажимаете здесь, выполняете, присоединитесь и подпишитесь на официальные группы. Например, вы нажимаете ВКонтакте, заходите ВКонтакте, подписываетесь, ставите лайк, переходим дальше. То есть вам нужно будет скопировать потом именно ту информацию, которую вас там просили сделать. Давайте вернемся назад. Вот здесь вы вступили, присоединитесь, подпишитесь, нажмите лайк, место для дополнительных ссылок и скриншотов. То есть вот. Вы это все сделали. Здесь нужно сделать, что лайк вы поставили. Здесь вам нужно сделать либо скриншот, либо еще какой-то программой то, что вы все это сделали. Берете скриншотер. Вот так вот делаете. Копируете. Переходите обратно. Вставляете ссылку, что вы это все сделали. Еще здесь можно сделать вот таким вот образом. Вот таким вот образом обычным. Если вы хотите сделать все попроще, вы делаете репост на своей стене, поделиться записью. Переходите на свою стену, что вы сделали этот репост, копируете ссылку, переходите снова в FinTradeCenter, можно открывать отдельно, вот вы скриншот сделали, и вставляете сюда ссылку на ваш репост. И нажимаете я выполнил задание. Вот такие задания выполняя, модератор будет их проверять, и вам на бонусный счет будет начисляться денежка. Вот. После этого вы, когда у вас накопится, ваш робот запустится. Вот этот робот запустится, когда вы пройдете верификацию.
Здесь на бонусном балансе у вас будут накапливаться деньги. После этого, когда у вас накопится $50, вы можете прикупить себе еще одного робота. Нужно учитывать, что здесь деньги с вас не требуют. Компания только запускается и делает вот такой подарок, который вы получаете за простые действия. На этом заканчиваю. Всем привет!